Врака вообще визитная карточка. Он должен стоять по центру, с банной линией и как бы сам по себе. Это любимый аромат Мадонны и всей королевской знати Англии. Они тоннами скупают этот аромат и пользуются. Вот. А по-другому еще его называют исповедью туберозы. То есть ярко выраженная тубероза. Поклонники этого аромата – Мадонна, Ким Бессинджер, Каролина Эррера, Кортни Лав и Дженнифер Энистон. Ну, это из звезд Голливуда. Семейство цветочное, именно цветы Нобеля. Белые цветы, такие как тубероза, жасмин, гордения, османтус. В верхней ноте еще цветы апельсинового дерева. Тоже один из самых, ну, один из дорогих компонентов считается. Базовая нота – мускус, мох, кедр и ветивер. Самые дорогие цветы, именно белый букет белых цветов в этом аромате. Что характерно для этого аромата, он очень обязывающий. Хотят, может быть, все, но не все его могут носить, потому что ему надо соответствовать. То есть, как слоган его, мало быть принцессой, нужно быть королевой. То есть, надо понимать, чувствовать и действительно быть очень уверенной в себе, потому что аромат очень яркий, очень мощный, он заставляет обернуться себе вслед. Это то, что представляет Пиге, это сердце Пиге. Очень красив, его не надо много наносить, достаточно один буквально, одно нанесение, вот, чтобы был долгоиграющий и очень яркий шлейф. Аромат дополнен банной линией, есть гель-душ с этим звучанием, есть лосьоны, да, лосьон бесподобный, в нем меньше парфюмной основы, но больше идет на уход. Лосьон моментально, то есть очень хорошо увлажняет и питает, имеет текстуру геля, эмульсия гель, великолепно впитывается, дает яркий аромат, то есть тоже рекомендую. Вот. И опять-таки для тех, кто хочет добиться эффекта духов, потому что фрака, как и бандит, были созданы сначала в духах. Это уже, конечно, парфюмированная вода, более новые формулы, хотя ну, пирамида соблюдена. Но кто хочет добиться эффекта духов, пусть покупает смело с лосьоном для тела, и это будет тот именно эффект. Лосьон контактный въезжает в кожу, то есть создает эту подложку парфюмированную, и потом вы просто, экономя аромат, вы наносите и получаете этот многогранный и роскошный шлейф.